Услышать, как поют будущие звезды, можно в субботу в областном дворце культуры на «Диктора Левитана». Там пройдет отборочный тур конкурса исполнителей эстрадной песни «Поющая губерния». В нем участвуют более 40 талантливых исполнителей из разных уголков Владимирской области. Поддержать певцов и послушать хорошую музыку смогут все желающие. Начало концерта в 15:00, вход свободный. В этот же день планетарий приглашает на семейный вечер, посвященный Дню Матери. Сам праздник в стране отметят в это воскресенье. Начиная с 17:00 гостей Звездного дома ждет кулинарный мастер-класс. Затем познавательные лекции, сеансы, а с 7 до 9 вечера при условии ясной погоды дети и взрослые смогут рассмотреть Луну в телескоп. В воскресенье поздравляем самых любимых и родных, которые заботятся о нас без отдыха и выходных. В День матери интересные музыкальные, развлекательные и познавательные программы пройдут на разных площадках города. Дворец детского и юношеского творчества с 11 утра приглашает семьи Владимира на мастер-классы по рукоделию и кулинарии. Кроме того, дети и взрослые смогут прогуляться по музеям дворца. В полдень в зале начнется пранчный концерт.